22 октября 2018 года. Ох, и что деется у нас с вами. Ну, прямо-таки, я не знаю, почему Булгаков не дожил до наших дней. Почему бы ему не написать еще одну «Мастера и Маргариту», только уже в наши дни. Или не написать, допустим, «12 стульев» с Остапом Бендером во главе, заново его оживить. Ведь можно же, вы посмотрите, в Кремль спешат санитары, в мавзолей спешат санитары, и спешили они рано утром 19 октября. Поспешили санитары, скорая приехала в мавзолей, но никак не иначе Ленин проснулся, ожил-таки Ленин, но недаром мы его столько лет бережем, недаром очередь из живых людей выстраивается. Выстраивается в мавзолей, и меня родители водили. В 4,5 года я была в мавзолее. И помню-таки я очень отчетливо и Ленина, и Сталина, лежащих рядом. Как живые лежали они. Сталин-то был, возможно, и жив, и пребывал в каком-то сне, что у нас называется астральной каталепсией. Сталин был еще жив, конечно. Фото спешащих в мавзолей Ленина медиков рассмешило пользователь интернета. И это обошло весь интернет. Если вы не видели, я вам это показываю. Итак, 19 утром, 19 октября, а 18 у нас с вами был Валдай, где глава нашего правительства Владимир Владимирович Путин заявил о рае, о каком-то рае. Он сказал: и мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут. Конечно, он сказал это смешно, и это еще мы с вами разберем, потому что таких заявлений мало кто делает из руководителей страны. Он, в общем-то, позвал всю страну в рай вместе с собой. Итак, фотография с бригадой скорой помощи, которая входит в здание мавзолея, стала поводом для многочисленных шуток и ироничных комментариев в социальных сетях на тему пробуждения вождя Октябрьской революции. «Готовьтесь, буржуи! Ленин проснулся! Ленин жив! А я знал, главное, вовремя похмелиться!» Но Ленин вчера вызывал скорую помощь. Так еще один комментарий звучит. Но, как позднее уточнил телеканал 360, медиков вызывали по причине плохого самочувствия одного из посетителей мавзолея, которому врачи оказали необходимую помощь. А вот здесь-то, знаете, ложь, конечно, понятно, да, что здесь интрига, и здесь конспирология кроется. 18-го Валдай. И с Валдая Путин наш, глава правительства, такой сильный человек, он спешит на какой-то хоккей, а может быть это не хоккей, а мавзолей был, куда он спешил, где нужно было провести, возможно, очередной ритуал на власть, ведь власть-то рухнула, ничего не осталось от власти, она просто разошлась, растрещалась, как старая рухлявая тряпка, разошлась наша власть. Шойгу тянет в одну сторону, золото в другую. Они, конечно, тоже не сами по себе. Рядом с ними стоят наставнички, которые их тоже ими руководят. Но это уже большая политика и большая конспирология. Итак, Ленин проснулся. Ленин проснулся, и, конечно же, он потребует жертв. Ленин-то у нас ведь был какой человек? Почитайте его тома. Я в свое время была комсоргом школы, руководила комсомольский вожак всей школы, а до этого я была пионерский вожак всей школы. Дружина, равняйсь смирно. Вы помните эти слова? Думаю, каждый из вас это помнит. Так вот, я кричала на всю школу. Но не только кричала, я изучала труды Ленина. Я досконально, как примерный комсомолец, я изучила. Поэтому сегодня, делая свои выводы, я основываюсь на тех материалах, которые я изучала, в отличие от многих от вас, которые многого не читали, не изучали. Ну, а можно, конечно, шутить в
комментариях. Это запросто. Это ведь, знаете, слабоумие и скудоумие, которым отличается большинство неграмотных жителей нашей страны. Но потому мы так и живем в позиции раком. Потому что вы ничего не изучали. А я как-то сдала 19 работ Ленина с зачетом. Я сдавала, выучила практически наизусть. У меня память была шикарная, 100%. И я рассказать могла все 19 работ Ленина. Так вот, запомните, друзья мои, во многих работах Ленина, особенно в его письмах и указах коротких, расстрелять. Это была кровожадность. И вот сегодня Ленин проснулся в своем мавзолее, в таком каменном, гранитном мавзолее проснулся Ленин. А может быть, нам связать 160 пропавших детей в Керчи, которые просто бесследно пропали, связать с пробуждением Ленина, с ритуалами? Наверное, друзья мои, что может стать плохо только тому, кто проводит ритуал, а уже не тем, кого приносят в жертву. Это как дважды два. Наверное, какому-то большому вождю стало там плохо. А вот почему плохо, неизвестно. И ему вот эти трубы, шланги, это для чего? Такие шланги, вы посмотрите на фото, что делали этими шлангами? Связывали или перекачивали, или что-то перекачивали вот этими шлангами? Не хватило шлангов для перекачки чего? Власть-то рухнула. Вообще власть уже рухнула. И приходит новая власть. И я вас уверяю, новая власть уже народилась. Она народилась не у меня в голове, не у вас. Она народилась мировая новая власть, которая сегодня борется за свое присутствие вверху пирамиды. А старая власть, она рушится. И вот кто не поймет, что пришла новая власть, а будет бороться за свое старое прошлое, тот, конечно, тоже рухнет вместе с этой властью. Поэтому я вас призываю, старички, которые борются за старую власть, переходите на следующую ступеньку. Новая власть пришла и новый мировой порядок. Но что вы там в этой рухляди своей копаетесь? Но что дадут вам эти ритуалы? Да ровным счетом ничего, кроме грязи вокруг себя и астральных присосок, которые к вам тут же присосутся. Я Таня Карацуба, Сеид Бурхан.